Pink. Так, я тут опять же последнее приготовление сделал. Какие-то у меня опять все ломается что-то. Так. Все, все готово. Ну что, давайте, давайте смотреть. Так, Dyson Ace снова TC на Dragonite будет в мид-позиции. На кентавре в сложный, Whitebird Silencer суппортит, Fluff and Stuff 2 суппорт, Vengeful Spirit и Ash фармит на раз. Ну, пик очень-очень хороший у Сюней. Отдадим им должное, действительно, героев качественных набрали. Ну и давайте разберем все-таки, что там у Империи. Ну, маг, понятное дело, это Бутрайдер. Не понимаю, что и Саймон на Крингсе, здесь ясно. Ну и кто? Резолюшн, соло мид Мирана, суппорт соло на Наги и Сенейка на Дисрапторе? Ну, не знаю, не знаю, не знаю, соло мид Мирана это... Скажем, это не на такую уверенную победу, это очень ситуативный персонаж. Знаете, герой казино, да, если он даже на позиции суппорта, а герой казино, потому что попадает своими стрелами, становится полезным, то не попадает и становится бесполезным раной. То ли фармит себе медас, либо фармит себе артефакты Эмблейд, то ли не фармит себе медас, в общем. Полная неразбериха с этим героем, вот. Но на позиции соло мида это вообще это непонятно, что такое. Это который парень будет выфармить, так понимаю, себе какой-то быстрый Старшторм 4 уровня, будет обузить ботл, купит себе какие-то фейзы, я не знаю, будет ли он гангать, будет он просто фармить. Не совсем понятно. 30 seconds to battle. Ну ладно, поглядим, поглядим, что из этого получится. My thanks. Пока ребята просто разбегаются, расставляют фардишки какие-то. Желают другу удачи. Like a fan. Ну да, удачи пригодится с обеим командам. Все равно вот суппорт, пара суппортов у СНА мне нравится больше. Все-таки Винга плюс Сайлентер, это очень жуткий магический прокаст. Если эти ребята начинают кого-то вгрызаться при поддержке там кого-то кор-героя на линии, то это должен быть 100% дефраг. К всему сейчас еще и руну находят, но забирают это под вардом, поэтому все прекрасно видели Empire. Да, отличная комбинация, стрела в слип, супер просто. Слип, сколько будет давать Нага, ну, суппорт Нага, я напомню, да, которая, если выформит себе 11 уровень, так это слава богу еще, если не выформит, то придет 180 секунд, и эта комбинация супер сон Наги в 180 секунд плюс стрела, она будет работать, да, один раз в 3 минуты, это здорово. Это просто губер крутая комбинация. Вот, если был какой-то Бейн, то другое дело, например, дабла в миде, да, Бейн плюс Мирана, здорово, поехали убивать. Но вот так вот соло мид Мирана, это, по-моему, не очень круто. Ну, посмотрим. Соло пока пытается гонять нас X-майка, Сайлент, понятное дело, будет фармить на легкой. А, побежал у нас уже Санейка, кстати. Ну да, TC-то на фаст ботл идет, причем на очень-очень фаст. Было всего лишь 2 тангусика у него, 2 веточки он себе купил, и вот курьер уже отправился. Вот теперь вопрос, TC. Готов ли кто таким дерзким вылазком от Disruptor или не готов? Подконтролишь ты курьерчик или не подготовишься? Что вот, Санейка вышел, раз ударчик сделал, два ударчика, минус курьерчик и без батла TC придется постоять. Минутки 3, я думаю, ничего, TC, да? Без маны, хорошо. А, ну и очень четко все сделал Санейка, Санейка красавчик. Скажем, он сейчас выигрывает мидлинию для товарища Резолюшна, просто выигрывает. Резолюшн должен будет этим пользоваться. Все, что сейчас нужно сделать, это просто-напросто очень сильно размять по хп у нас этого TC и заставить его идти на базу, вот. Потому что подхилы не будет, хил себе принести не сможет, ботл в курьере на 3 минуты погиб. И надо будет просто идти на базу TC, если он захочет подрегениться. На сложный немножко постоял маг, магу сложно, левел 2 себе апнул, есть 2 крипочка. Firefly пока в кулдауне, настакивает, вот Whitebird его пытается щемить. Пардон, лев себе закидывает. Вот смотрите, больно. Душа один сайленсер, если спрокасно. Тут 3 хп снял, еще была винга со станом, конечно. Но Трайдер может и внезапно откинуться. Ну что ж, Аш пока на легкой линии. В принципе, на таком же приварме будет находиться, как и Клинкс. Пока, видим, у них крипсаты даже одинаковые. Ну, судя по тому, что Санник не покупает себе какие-то сапоги сейчас, возможно, выформит себе быстрый медас. Это будет, наверное, правильным решением. Больше артефактов себе выформить. Резолюшн у нас на Миранке. Соло мид, да, 7-5 пока. Взял дабл дэмэдж, неплохо. Вот он, страдающий TC, который купил себе сапог, но, опять же, не имеет возможности себе сапог принести. Вот Резолюшн пытается этого TC прогнать. Ну и 9 на 2. Драгонайт пока все-таки неплохо смотрится даже в отсутствии бота. Макс снова агрессирует.
Fireflight вовсю, стиги дает, крепочков противника забирает. Нормально, нормально. Борз играет, но Макс в своем стиле. Макс на бетрайдере знает, что нужно делать. Сейчас апнет себе левел 2, и будет все круто. Так, здесь попытка такого мини-пуш, что ли, со стороны ребят из Empire. Заходят три персонажа с большой пачкой крипов. Их Смайк здесь спрятался, ничего помочь, конечно, своим тавер не может. И тавер будет потихонечку проседать. Ну, скажем, полностью тавр, конечно, с первого захода убить не получится, но на пол хп они его пробили. Вот нуждает Лафанстав все-таки сместиться на топ. И вот, наконец-то, только появляется курьерчик у TC. Ну, скажем, он гордо... Ух ты, что делает резолюшн? Стрела плюс эро и старформы двойные заезжают, резолюшн! Красава, вот просто красава. Не успел себе TC принести ботл, и резолюшн воспользовался этим моментом. Очень-очень грамотно и красиво сыграл. Ну и вот старшторм третьего уровня уже имеется. Сапог, Рейсбенд, ботл, начало пока превосходное в Empire. А, плюс курьер, плюс фраг они сделали на первых минутах. Глимсует их Смайка, достаточно далеко глимсует. Санейка не самый хороший кентектив поставил. Санейка дает творец их Смайка. Смайка не нужно вообще куда-то бегать. Эро залетает, резолюшн, прекрати! Остановите кто-то этого демона на кошке, пожалуйста. Нет, пока останавливать не надо. Пусть пока вот так вот дерзит. То, что пока получается, сильно стрелы нужно кидать. Ну, тот самый герой казино, конечно. Сейчас казино... Работает на клиента. На резолюшн. Резолюшн отыгрывает как надо. Ну и Макс, скажем, прямо тоже очень-очень качественно все делает. Видимо, уже уровень 3. Активно ворует много-много экспы у суппортов команды SNA. Ну и плюс, что самое главное, это он один из тех фофлейнеров, которые держат суппортов на одной линии, да? То есть, например, есть суппорты типа Nature's Profit, точнее, есть фофлейнеры типа Nature's Profit, которые, ну, осложенные там особо ничего не делают, отправляются в леса и тем самым развязывают руки суппорту, который начинает бегать по карте и гангать. Но вот в данной ситуации Бетрайдер просто вынуждает суппортов держаться на линии и как-то привлекает к себе внимание на смаг. Ну и вот тем самым позволяет... Империи, тем самым делать какие-то вылазки, какие-то вот такие заборы очень быстрых товаров и ганки от резолюшна. Так, ну вот, вот она уже игра от Империи более-менее проясняется. Два фрага сделали, плюс тавр, плюс курьер. Заходит со спины, ставит такой вот вардец агрессивный. Ну и снова готов убивать X-Mike, судя по всему. Так, соло пошел, сеточку дал. Сталин огрызает, Thunderstrike, как же больно под рептайтом X-Mike, еще и ставит отличный генетик филд. И это 3-0. Мидас разор. Тут терение у нас быстрый резолюшн. На хосте бегает, кошка, Лафенстаффа зажимает. Старшторм нужно давать, Старшторм в войну, сейчас упадет, Лафенстафф минус. Резолюшн пришел, увидел, победил и ушел. Рома за всю боль просто с прошлой карты сейчас мстит на мастере. Там, где его станили, убивали. Но 4-0, пока идут Империя. Регенерация Дисраптора. Ей сапог уровень 3. TC у нас вот такие тут очень жесткие стрелы, на самом деле. Слишком далековато от TC стрела прошлась. Есть уже форма у TC. Есть брейсер, есть сапог, есть ботл. 20 план 4 крипстат. У Resolution он 20 план 14. Ну вот тут приходит став Лафенстафф, но этого Лафенстаффа было видно прекрасно, резолюшн все-таки не зря. Его тиммейты поставили здесь отличный вардец. И поэтому такие ганги не пройдут. Но по идее не должны проходить. Вот он, многострадальный X-Mike с сложной линией с двумя смертями. Шестью крипами левел 5. Пытается подловить Миран, но то резолюшн уже на своем хайграунде, стопит крипочков, не поставляется. Фейзеринг Факфила. 2-0-1, ботл обуется через курьера. TC. Форма, хорошо, на реакцию работает резолюшн, липаут и из-под этого ганга уходит. Ну а тем временем Silent с Мидасом. Очень сильно фармит, видим 43-6, у него самый топовый крипстат на карте. Выформил себе уже Soul Ring, тут такой дефолтный это билд. Дальше пойдут какие-то окиды, ну и все дальше по гайду. Изоляторы, что-нибудь такое, ПТшечки там, ну, прочая гадость. Так, ну что у нас там? Аш, сапог, Рейсбенд и Мидас пока имеет. Вот немножечко непонятно, почему он так вот неактивно играет суппорт, ребята, за СНА. Ну вот единственное, чем они занимаются, делают он стоп-пулы.
Ну, вроде как, имеют возможность, у них даже есть смог, чуть ли не с первого уровня, судя по всему, на который они даже юзать не хотят. А, вот Мирана на начальном этапе достаточно уязвима для ганков, да, если там зацепить танчиков, то все может получиться. Клинкса того же можно сливать. Но они в итоге вот занимаются фармом, и это немножечко не свойственно игре команды SNA. Очередная руна. Так, сам тот не успел ее забрать. Этот Солоринг прилетает Сайленту. Ну что ж, у нас 8 минут игры полноценных позади. Смотрим индивидуальный форс и видим, что впереди планеты всей Сайлент, дальше Резолюшн Соло Мида. Только потом идут персонажи ребят из SNA. И смотрим, конечно же, общие графики. 4000 преимущества. Есть фар, вот она стрела, прямо в TC, Thunderstrike, Riptide, Старштормы двойные. И это киллинг спрей для Резолюшна. 5-0. Бесподобные стрелы, конечно, вот, на моей памяти, что ты единожды промазал у нас Resolution, один раз попадал. Ну и сразу забирает еще один тавр. Вот пришел, наконец-таки, пришли суппорты, наконец, помочь своим кор-героям с других линий. Залетает эрр неточный. Так, Соло здесь, дает сеточку, Riptide, X-Mike прилетает, вот Соло здесь немножко перенаглел, конечно, будет помирать, теперь вот так, ребят, из СНА. Ну тут Соло, конечно, зря. Потало, хоть троих, конечно, залез в итоге умер. Мак, тем временем, у нас 1600 монет. Ну вот, на сложной линии достаточно хорошо потерпел. Теперь самое время пофармить себе стаки, выформить очень быстрый даггер, и уже с даггером, с новой силой, идти и нападать. Санейка левел 5, 1000 монет уже, в принципе, хватает бить на канбуцы. И скоро появится Затик Шторм. Ну вот он первый ultimate to TC, смотрите, как он быстро побивает этот тауэр, даже без поддержки своих суппортов. Не хочет останавливать его denable, Соло подтягивается. Сеточку тоже подловить не смог. Так, ну а Silent тем временем туда тауэр уже сгрыз. Ну вот да, на секунду оставили Сайлента на линии, и Сайлент, особо не парясь, линию не покидая, давит. Ну теперь уже вынуждает сюда одному или двум персонажам стягиваться для того, чтобы сейвить свой Т3. Так. Ой, просветка пошла, Сайленту, в инвиз, и бежать. И Вайтберт, если бы не найдет. А если найдет, можно развернуться и кидать там. Ну да, просветку провязали, поймать не получилось, время потеряли, деньги потеряли. И пошло. Так, Resolution, у нас Ring of Aquila, Drum of Engines, такая у нас статовая миранка будет. Ну, вот единственная надежда, конечно, команды Nyx Assassins, это вот этот вот товарищ Аш, который пока в замесах участия не принимал, фармит, автомитит время атака. Эро залетает не точно, потому что немножко маг отодвинул у нас товарищ TC, но TC по-любому должен умирать. Этих фил, кстати, Шторм все очень здорово, Лафаса, кстати, тоже рискует подставиться, от Санейка не было. А, отлично, уже тратил. Пошла курса, прыгает Резолюшн, находит там, видимо, Вайтберда, очень так плотно пробивает, и бомби, смотрите, для конца Вайтберда, чуть распустрел, нужно выдать, на ход. Давай. Ну и тауэр забирайте. Время у нас и Аш, может, тауэр один забрал. Резолюшн снова что-то красивое пытается в соло изобразить. Давай, вот, например, X-Mike. Но X-Mike, то есть ЧХП, пробуй забери еще. Хотя, вы знаете, третья стрела, четвертый Старшторм, плюс пару точек с руки, в принципе, можно попробовать. Решил Резолюшн лишний раз не тратиться. Вот, попадает на плазмафилд, вот он Аш. Аш убивать немножечко попроще пока, потому что у него только парень на медасе сидит. Пошел на Статик Шторм. Эрро залетает. Старштормы двойные. До свидания, Аш. 7-1. Мега килл Резолюшн на 11-й минуте с мидлейна. Вот чего мы ожидали в первой карте от Империи. Такой вот игры, которую они показывали на протяжении 9-го сезона Старладера, делая стрик 17. Винов подряд против топовых европейских команд был такой у них. Эро залетает и слип, ой-ой-ой, немножко не по таймингу. Тут не разобрались соло вместе с Резолюшн, не работает комбинация, видим. Наоборот, соло напортачил. Хотя непонятно, кто напортачил, можно было стрел давать и после сна. Баунти руна от Сайлента, надо аккуратнее играть, потому что здесь есть энтри-варды, есть просветочки. Дает он пока инфу. Он бегает, такое ощущение, что он ведет за собой противника просто-напросто. Сейчас его было видно прекрасно, потому что он не скончился. Есть Oblivion Staff, да, и Окет на подходе. Так, смотрим, 13 минут игры позади, графики. Вот они 6000 преимущества у ребят из Empire, по XP 4000. Такое неплохое начало, неплохое подспорье для победы в этой карте.
Да, вот DC. 0-3-0. Смита, конечно, очень грустно. Хочется купить себе БКБ какой-то, но денег вообще нету и фармить негде. Все время он боится подставиться под какие-то ганги. Смотри, что он собирался на барабан, ты что-то майн сверху. Ну вот, Санейк Аркан был с 1000 монет, в принципе, ничто не мешает ему покупать. И начинает собирать какой-то быстрый аганим. И вот смок атака. Смок атака, маг у нас на даннере, есть лассо. Особо вижу, в чужом лесу нет, конечно, можно на абум пойти. Лось повезет. Ну, пока действительно так и может повезти, потому что СНА у нас бегают разознено. Вот видим, как расположены герои. Вот один наш здесь, здесь у нас X-Mai где-то бегает, отдельно TC. Вот только здесь вдвоем стоят у нас Love and Stuff с Whitebird'ом. Но это парочка суппортов, чем Whitebird очень-очень получит себе уровень 6, наконец-таки получает Global Silence. Но при этом у нас ребята из СНА теряют 4-й тауэр. Без сопротивления, по сути дела. Ну, сами СНА забрали только 2. Представляешь, что, в принципе, уже тут яша какая-то намечается. Если он пойдет мотостайл, или может быть какой-то майлстром сперва. Можно и о диффузах подумать. В целом, этот артефакт здесь будет тоже неплох. Ну и Silent где-то вот уже должен, да, вот осталось ему немножечко еще пофармить. Сейчас там 100 монет с небольшим. И будет готов у него окет. Съедает толсточенного кентавра. Потом еще деспакта и вот еще цель. Вот, например, у нас хорошая цель это Аш. Трайдер зависает в воздухе. Так, маг может выцеплять. Аж и так глимсанули, не стал лассо тратить. Вот он сразу стык шторм. И пробивать с руки. Хорошо. Разобрали и ушли. Так, ну тем временем благодарю шоу Трайдера. Твич вот мо. Спасибо за пешку. И продолжаем смотреть. Табна, кстати, подловили. Да, вот стампит был как раз таки реализован. Подловили Сол на топ-линии. Ну, Сол, я так понимаю, тоже решил не отставать от своих ребят. И решил нафармить какие-то классные артефакты. Вот есть, есть Брейсер. Так, знаете, потерь. Крючка Тридианс появится, черт его знает. Может, диффуз какие-то. Тавр забирает на севрением Т1 СНА, но на топ на нижней линии Т2 падает. Очевидно, что Т2 профитнее будет. Все время еще и, смотрите, импайр-то могут и не отдать. Тавр сразу со слипа приходит на соло. Резолюшн Тавр-то найт, иначе может начаться драк, но из глобал сали. Тэп-ауты сразу от TC. Глимс, отличный глимс, да, и здесь TC не откусит. Ну это хороший муф от Эпери, то есть они свой тавр сдунали, сделали фраг на мидере. Ну и 9-2. 16-м до встречи. И каких-то шансов на камбэк у SNA все меньше и меньше. Очень, конечно, сильно был отдан early game. Смотрим на графики, видим преимущество уже порядка 9 тысяч по деньгам. По XP 7,5. Ну это уже Клинкс. Теперь вот эти вот соло-фраги он вполне может делать. Например, сейчас убрать Аша очень быстро. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на всякий случай. Мог 9-й не давать, на самом деле. В итоге подставился под стан. Дабл Эдж, Silent бежать. 2 секунды еще есть, нет. Немножко не откатился у него инвиз, но и там еще все-таки его просвечивали, так что идти было нереально. Но в итоге драка даже в плюс, наверное, ребята из СНА, посмотрите. Просто за одного Клинкса, даже несмотря на то, что разменялись 1 в 1, они получают 1000 монет и 2200 XP. Ох уж это новая система распределения золота и XP для отстающей команды. Такие размены им, конечно, делать выгодно. Ну и Майлстром. Все-таки в Майл пошел у нас Резолюшн. Это лагнил у нас X-Майка. Ну да, ну неприятно, конечно же, мы понимаем прекрасно сейчас у нас американских SNA играть не на своем сервере, играть на европейском сервере, находясь в Америке, это, конечно, не есть круто. Я даже посмотрю сейчас пинги, чтобы просто... А, не посмотрю пинги, потому что у меня почему-то здесь консоль... А, консоль у меня есть, все хорошо. Пинг, пинг. Вот Love and Stuff 264 мы видим, да, то есть, ну, не совсем весело. Это, по-моему, X-майка, что ли, я тут не совсем понимаю, но не четко... Не четко все написано. Вот TC 338, я вижу, X-Mic 300. Ну, такие пинги, под которыми, конечно, играть не очень приятно. 100% есть какой-то дилей. Причем, я так понимаю, очень ощущаемый дилей. Ну и, конечно,
Плохо. Это плохо, вот именно поэтому давненько уже избавились многие турниры от матчей в групповой стадии, в онлайне, когда будут встречаться там две команды с разного континента, поэтому делают распределение по регионам, делают отдельно, например, Россия квалификации, американские, европейские, да, чтобы как-то вот команды играли на одном сервере и было им комфортно. Вот такие матчи, конечно, когда одна сторона играет на свой сервер, потом другая сторона меняется и в своем сервере катает, обычно приводит как раз к таким ничьям, да, 1-1. Ну и, скажем, не отражает текущее положение команд, насколько она сильнее их оппонента. Ну, что поделать? Турнир проводится именно по такой системе, так что здесь нужно набирать очки на своем сервере, стараться отвоевать очки на чужом сервере. Ну, вот, по справедливости ради, например, стоит отметить, что ребята из Virtus.pro Polar, играя на сервере SNA, на американском сервере US East, победили команду SNA. Так что все-таки может такое получиться, им это действительно может работать. Ну окей, ждем, пока у нас лаги пройдут. Ладно, 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 я пока обращаюсь к нашему чатику, там что народ пишет. Кушать распишись на стене, конечно. Не работает у меня, распишись на стене, контакт вам лагает, что ли? Понятно. Да, ребят, на сегодня, в принципе, после этой карты трансляция закончится, ибо мне надо будет завтра с утра вставать чуть ли не в 5 утра, чтобы комментировать турнир под названием VCA. Снова, в общем-то, там тоже достаточно серьезные матчи, топовые китайские коллективы, топовые западные коллективы, которые в одном месте в Китае собрались. Вот, так что без папчиков сегодня, папчики потом, может быть, завтра после VCA, если рано закончим там, или как-то еще, собственно, сообразим, но пока вот. К сожалению, нужно еще и спать. Если бы можно было не спать, можно было, наверное, и папчики катать. Такое. Отключился у нас Разор, отключился у нас Сайленсер. Тяжеловато не к сам. Я бы не сказал, конечно, что у них все потеряно, у них еще есть шанс на камбэк. Опять же, вот в новой дотке тебе достаточно один раз просто сделать хороший замес 5 в 1, например, 5 в 0, и ты уже как бы вернулся в доту. И с лагами, конечно, это сделать нереально сложно. Так что давайте просто дадим возможность просто-напросто передать ребятам, может быть, пинг немножко получше станет, тоже знаете. Какой нейтральный сервер между Европой и Америкой? LAN какой-нибудь, вот вам нейтральный сервер. Нет, ребят, нейтрального сервера здесь быть не может. Америки, американский сервер, на европейском, европейские сервера, это же понятно всем. Нейтральных здесь, ну, никак не найти, абсолютно. У нас там много таких ситуаций. Вот я сейчас смотрю распределение групп, и там LG, Evil Geniuses будут, например, катать, да, то есть им тоже будет неприятно с Америки играть против европейских команд. Ну, как с этим нужно бороться? Ну, все-таки в групповой стадии это более-менее щадящий режим, то есть тебе достаточно занять место с 1 по 4, именно это место в каждой группе тебе гарантирует проход в плей-офф. Ну, помню, что в группе у нас по 8 команд. Так что какие-то где-то очки, конечно, поначалу можно потерять, но главное закрепиться в топ-4, а потом уже в плей-оффе поглядим, кто кого и зачем. Да, ну вроде все хорошо, подождали, да, вернулись у нас Разор. Не думаю, что, конечно, у них прям супер какие-то крутые теперь пинги стали, меньше сотни, но, наверное, надеюсь, что без лагов хотя бы. Хотя бы, чтобы лагов не было. Хотя бы, чтобы картинка нормально отображалась. Ну, почти маг выформился форстап. Да, вот форстап у него уже готов. Соло ПТ Брейсер.
0-2-4. Соло немножко нафидонил у нас, да, из 3 киллов сделан Ксанэй, 2 раза погиб соло. Так, ну а Сайлент у нас сейчас будет потихонечку выходить в какие-то домашние, я так понимаю, артефакты. Можно БКБ купить, ничего там зазорного нету, потому что станы действительно есть у Ксанэй, они ими активно юзаются, активно им пользуются. Ну, вот игра немножко притихла. Ну, вот смог атака это перей снова. Ну, топ-линию настоят СНЭ, они ждут, когда Сайлент придет фармить на легкую. Сайленту намного лучше фармить в чужом лесу, где тут нежели на своей легкой линии, поэтому забили перья. И тут ничего не получится у СНЭ. С Майк Стагером, видим став, оффен став. У нас, ну, суппорт, так выбыл Сайлент Талисман, Мучкмон, в принципе, на вардах сидит плотно. Левел 8, ТС. Огар Клаб только-только появляется, до БКБ, конечно, еще далековато. Поинтбустер дисраптор. Ну вот, да, Баганим потихоньку выйдет. И есть у меня такое подозрение, есть такое опасение, что Санейка может даже Агони выформить быстрее, чем БКБ выформит, например, товарищ Драгонайт. Это будет, конечно, мега эпично. Да, ну появляется вот Нитрилхаммер, действительно, я так понимаю, в БКБ сперва пойдет Сайлент. Ну и заход на Рошана. В общем-то, читерская стрела, Рошана останавливает на месте, 5-секундочка. Как-то под медалькой был попроще, но медальки просто-напросто нет, зато есть у нас резолюшн, который там, я так понимаю, с молнией ждает, есть оверклад, тоже будет за БКБ. Танчит соло своими иллюзиями. Все окей. Ну и Рошан падает. Эгги стоит сайт. Ну а никсы как и стояли, так и стоят на топ-линии в надежде что-то там забайтить, кого-то там подловить. Смотрите, как прячется. Они реально минуты 3-4 уже здесь стоят, ожидают, просто выжидают. Но терпение хоть отбавляй, конечно, у Экспайка и его компании. Столько сидеть в засаде, это еще нужно действительно выдержку иметь. Такую достаточно жесткую. Смотрите, дожидаются, и резолюшн приходит. И резолюшн сейчас можно убивать. Локидавр вошел. Global Silence и Resolution. Да, посмотрите, все-таки у них получилось. И мега-килл сорвали. Не зря, по всей видимости, ждали. Посмотрим, какой день за это получит. А, правда, снизу, видите, расстреливает Разора. И... Ну вот, за смерть Resolution получили 1300 монет, 1100 экспы неплохо. А за общий размен... Ну, немножко отыграли сразу на сразу. И теперь. Путем убийства Разора. Народ там волнуется, что будет, если будет 1-1. Ребят, ничего страшного, на лаунже, например, вам шмотки вернут все абсолютно. То, что Best of 2. Здесь может быть и не быть победителя. Видите ли, будут у нас потом в плей-оффе. Где-то уже, наверное, к ноябрю поближе. Так, ну вот, рецепт на БКБ есть у нас у Сайлента. Осталось нафармить себе монет 500, но покупка полноценного БКБ. Соло 2000 денег имеет. Что такое хитрое соло фармивает. Давай соло тоже всеми керри, покупай. Покупай себе радианс потихоньку. Такая нага, которая вроде как суппортит, но в итоге имеет потенциал выйти в лейт. Там, например, если вдруг внезапно империи все станет очень плохо, я не представляю, правда, такую ситуацию, при которых у них в этой игре может быть все очень плохо. Но в любом случае, если такая ситуация произойдет, всегда есть надежда на то, что вы потерпите, и вот соло нафармит себе тоже какие-то слоты и будет полезно. На этом БКБ у Сайлента. Ну и снова. Снова та самая же стратегия от ребят из СНЭ. Смотрите, ТС все-таки нафармился на БКБ, красавчик ТС. Он это сделал. И в чужие леса идут искать. Вот здесь смак у нас, девардит. С гем бы не отдать, на самом деле. Вот мог и смайк ворваться, но что-то не стал. Ну, все-таки меку решил выформить соло. Ну да, все-таки суппорт, и мека действительно поможет команде. Или не купил. Что мне показалось, что у него есть мека. Меня так глючит, что ли? Ну я же все купил. Ну вот. Странно, на самом деле. Ну,
Но ты показал, что он купил себе мега, но, видимо, как купил, так сразу продал. Подумал, думает, на, нет, чуть я буду суппортить тут. Не царское это дело, говорит Соло, суппортит тут этим ребятам. Я, говорит, куплю себе Яшу, я буду бить руки. А, молодец, Соло. Зависает у нас в воздухе маг, 22 тавра, ждет цели. Вот он на цели, вот он разорван, далековато пока находится. Здесь, кстати, Аш тоже молодец, потому что он вовремя оценил ситуацию и понял, что здесь аганим, наверное, нет смысла забирать, лучше КБ. Говорит, цепь на БКБшку. Правда, еще целый Мидлхаммер надо купить, и вот уже последний внешний тавр, и Фаер сгревает. Опять же, без сопротивления, без какой-либо драки. Radiant's middle tower has fallen. Но тем временем у ребят из Empire 3 внешних тауэра еще стоят. 3-2. Давайте зафиксируем преимущество. Стоят уже больше 10 тысяч 11. Но смотрите, за протяжении 11 минут уже особо график-то не меняется. Это говорит о том, что держит Никсы еще. Империю. Опа, вот наша пошла атака. Global Silence. Но Silence как расстреливает неплохо. Вот сейчас БКБшечку прожал. Настреливает и хорошо. Достаточно мощный последний плюс прилетел. Это минус, но в среднем сбрили резолюшна. Резолюшн, который не успел нафармить именно БКБ. Внутри Locker Club есть, еще 700 монет не хватает. Это два спушивают нас Никсы тем временем. Ну а Империя собралась вообще по миду заходить. Нет Global Silence, нет Разора, значит можно немножко понаглеть. Ну как немножко, вот сейчас Лайф появится у Клинца, вот уже откатился. Можно в принципе его активировать и нарезать. Можно Бараки сбить, например. Глифа здесь нету, вот он у нас Лайф от Сайлента. Оп, рейнджевый Барак. Глимсанули Вайт Пёрта. Китавр ворвался в Сайлента. Ну сразу ставит статик шторма от Санейка, Брессайр и Сайлент убежать. А там слип у нас где-то. Где-то от Соло что у нас слип прошел. Ну а Соло практически всю игру спаят, вот какая-то. Стафнул его здесь маг, вытолкал, да, и сбежали. Ну что ж, несли сторону, грубо говоря, Empire, сейчас ничего не лишились. И спокойно убежали. Окей, вот Сайленту хватает уже, в принципе, на покупку какого-то Кристаллиса. Кристаллис он себе берет. Ну, своему этим билду Сайлент никогда не меняет, не изменяет. A gift from the Tempest of Battle. БКБ, Мирхана. Haste! Снова пытается подловить резолюшном. Никсы на топ-лейн переместились, так точно аккуратно прячутся. Их смайт так вообще, какие-то стрелы. Кстати, здесь можно было бы тянуть на Аша, Ашу нужно было стрелы ловить на самом деле. Вот он стампит, резолюшн, успевает отпрыгнуть. Погоня пошла до конца, спрятался в инвиз резолюшн, но тут... Пока он будет прятаться в этот своем онлайн-шаду, конечно, будут разбивать лицо. Взяли сами за один против всех ворвался, БКБшечка, и давай под страйпом набивать суки. Опа, так, понял, что тут нормально ее пробивают, решил уйти. Хороший против шторм исполнения Санейка. Очень-очень много дэмэджа внесли в итоге, но не добили. Тепауты прожали, уходит Асаш, уходит Лафенстаф, остался только Иксмайк, Иксмайк тоже на форстафах и убегать. Нормально такая атака получилась, оборотная. Но в плюсе опять же Никсы. Ну, знаете, пока вот такими перемещениями Никсы все-таки оставляют себе шансы еще до какого-то камбэка. А в текущей доте, конечно, камбэки возможны. Там напали на кого-то, напали на Сайлента, Сайлент. Ой, зачем вышел из инвиза? Он же мог просто там просто жить. Ой-ой-ой, Сайлент. Ой, Сайлент, да ладно, 10 хп, а Сайлент живет. И подтягиваются тиммейты здесь, начинают пробивать нас этим плафом стафы. Смайка тоже, Санейка. Дал Глеймс, но уже подтягивается DC с танчиком, и Снэйка вынужден умирать. Но умирает он за благое дело, умирает он за Сайлента. Ну, Сайлент тут перебаковал, конечно, явно. Как-то спрятался вроде, казалось бы, в инвиз, просветки никакой не было, потом решил из инвиза выйти, накинув покет на противника, и чуть было не отъехал. Но в итоге вроде все хорошо, обошлось.
Ну и снова забегает Empire. Так, Silent со спины будет ходить. Да, здесь просвета, кстати, нету. Может поэтому нападать. Вот они клапан стафа зажимают просто-напросто в Silent, забревают его. Бутрайдер, как понимаю, флеймбрейком запинал. Ну а тем временем Разор у нас... И Разор у нас был. Это был у нас Драгонайт. Да, Драгонайт на топауте ушел. Купайте Киперстоун TC. И вот Кираса, в принципе, скоро будет. Давай 700 Silent. Silent. Будет покупать себе, я так понимаю, Дейдаус. Тем скоро. Аж вот теперь после БКП я решил дофармить все-таки себе тот самый Аганим. Есть у него Point Booster, есть став еще. 1100 монет не хватает. И Silent пошел делать какие-то соло-фраги. Пайперда. Тут, конечно, нормально накидывает. Еще криты как надо сработали. Да ладно, X-Mag что же подставляется на ровном месте. Даблкил от Silent. Давай еще Аша, нет? Не, ну Аша-то еще статиклинк может накинуть. И непонятно, кто кого потом победит. Да, ну теперь бегает Silent, никого не прощает. Просто один. Ну и вот психанул X-Mike. Надоело, что такой бегает инвизный лазутчик. Врезает по одному иксов и купил гем. Ну и вот он дедал социально. Топовый пенетворд, причем достаточно серьезное отставание. Ладно, хоть и резолюшн, да, там про 6 тысяч денег, но вот, например, того же самого Разора, который топовый пенетворд у Никсов, отставание составляет 8 тысяч, чуть ли не в 2 раза Silent перефармил. Еще берет себя Аегис. Ну и, судя по всему, все дела той драки, тут залетают тоски Тайро, не попадает немножко. Можно пройтись через мидлейн, забрать барак и потом смещаться на одной из левых сторон или правых. Можно, в принципе, сразу по какой-то крайней стороне пойти. Вариант миллион. Так, Last Word пошел у нас. В иллюзию. Хоть где у нас соло? Да, вот соло Манта Стайл и диффузы на подходе. Так, врывается отверение Бутрайдер. Подловили, видим флаппен стафа. Глобал Сайленс. Маг пытается просто уйти на форслайфе. Не получается. Сейчас отверение расстреливает. Да, одного расстрелял. Второго расстрелял. Сейчас будет DTC расстреливает. Тот стоит на спасеночке, двинуться не может с места. Минусует и его тоже, дабл килл Silent, и глимсует Laugh and Stuff, он еще и под стрелу попал. Минус 4, TC байбэк. Но, по-моему, такую игру уже не спасти. ГГ пишут у нас ребята из SNA. Ну что, хорошие каточки были, в принципе, первую без проблем особых выиграли SNA, вторую без особых проблем выиграли у нас ребята из Empire. Ну, видели-то, наверное, успели заметить, что на протяжении всей этой карты преимущество все возрастало в Империи, и там шансов на камбэк у ребят из SNA было, в принципе, немного. Ну и 1-1, так вот заканчивается у нас этот матч, по одному очку достаются этим командам, SNA зарабатывается первое очко из 4 сыгранных игр у Империи, из 2 сыгранных игр получает только 1 очко. Вот. Ну, это опять начало, это только самые-самые первые игры, самые первые игровые дни у нас в Dota 5 лиге. Dota 5 лиг у нас, ребят, продолжится завтра, как я уже говорил. Завтра будет интереснейший матч.